Наши автомобили были получены в Грузии надежными партнерами, сделан реэкспорт на Бишкек. 24 августа АвтоВОЗ выдвинулся по маршруту Грузия, Азербайджан, Россия, Казахстан, Кыргызская республика. Сегодня 24.08. Выезжаем в сторону азербайджанской границы. Сегодня 25.08. Нахожусь в Азербайджане. Сегодня 26.08. Стою в терминале Азербайджан. Россия, граница. Сегодня 27.08. Прошел границу российскую. 28.08. Астрахань. Отметка. 29.08. Двигаемся по Казахстану. 30.08. Продолжают свой путь до Бишкека. Сегодня 31.08. Подъезжаем к Таразу. Ежедневно отправлялся видеоотчет в клиентский чат. Первого сентября в 7 утра АвтоВОЗ уже в Бишкеке перед СВХ. Ждем понедельника для растаможки. 24.08.24 года. Выехали с Грузии, с Рустави. Сегодня 1 сентября, 9.24 года. Ехали в Кыргызстан, город Бишкек, делать растаможку. Стоим возле СВХ. Весь путь занял 7 суток. Кому нужны автомобили с подробным прозрачным передвижением по всему маршруту от покупки до получения, обращайтесь в компанию Seven Motors.